В рамках всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителям» 7 февраля в Адыгее прошла акция «ЕГЭ глазами родителей». Наш район не стал исключением. Сегодня, 7 февраля, проходит всероссийская акция для родителей, выпускников 9-11 классов по русскому языку. Акция называется «Глазами родителей сдаем ЕГЭ». На базе первой школы муниципального образования Кашкабский район проходит муниципальный этап этой всероссийской акции. В акции участвуют 53 родителя, это 4 аудитории. Целью акции, проведения акции является психологическая подготовка наших родителей к сдаче государственной итоговой аттестации. В свою очередь, наши родители должны подготовить своих детей к сдаче государственной итоговой аттестации. Участникам акции была предоставлена возможность на практике пройти процедуру проведения государственной итоговой аттестации по русскому языку не только в форме ЕГЭ, но и в форме основного государственного экзамена. Процедура была максимально приближена к реальности. Участники экзамена зарегистрировались, предъявив паспорта, сдали мобильные телефоны и личные вещи. Прошли через рамку металлоискателя. В аудитории все прослушали инструктаж и получили индивидуальные комплекты экзаменационных материалов.